Доставка пенсии за декабрь текущего года в отделениях почтовой связи будет завершена 18 декабря 2020 года, сообщает отделение Пенсионного фонда России по Магаданской области. Сделано это в целях своевременного финансового обеспечения выплаты пенсий и других социальных выплат за январь 2021 года. Пенсионерам необходимо обратиться за причитающимися в декабре суммами пенсионных выплат в отделение связи по месту их получения. Сделать это необходимо не позднее 18 декабря 2020 года. О выплате пенсии за январь 2021 года, в том числе и досрочной, информация будет направлена позднее.